Здравствуйте. Хочу рассказать, как я сделал трубу для КСП. Для этого нужен 3D Max и Unity. Что трубу? Совсем с ума сошел, скажете вы. Это же просто. Берешь трубу и делаешь вот так. И получаешь трубу. И все. Да, точно. Это правда все. Но эта труба в КСП работать не будет. Не будет она работать по той простой причине, что коллайдеры не дадут зайти внутрь. И вообще, внутри трубы будет коллайдерное место, так скажем. Ну, то есть жесткое все. Сюда нельзя будет ни зайти, ни выйти, ни находиться там. Тебя будет оттуда выносить наружу. Так вот. Чтобы этого не случилось, не приключилось, получается труба. Ну, вот она. Полая труба, да? Как бы. Эту трубу надо сохранить в формате VX. Просто экспорт. Нажимаете экспорт. И сохраняете в формате VX. Ну, обзываете там как-нибудь. Я не буду показывать это просто. Дальше. Сейчас вспомню, что дальше. Короче, модифи лист. И выбираете здесь Edit Poly. Так. Дальше вот сюда на стрелочку жмякаете, выбираете полигоны. Так. Теперь вот это окошечко. Надо вот так раздвинуть. Так, полигоны выбраны. И берем вот так вот. Просто мышкой нажимаешь. Мышка. А здесь Ctrl. Ctrl, 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 Ctrl. Ctrl. Ctrl, Ctrl, Ctrl. И Delete. И еще раз. Так, еще раз. Короче, тут уже не хочет. В общем, надо убрать ненужные запчасти трубы, все кроме вот так, как бы это объяснить, чтобы все не удалять, потому что все удалять долго, я не умею быстро. Надо удалить все кроме вот этого сектора, ну как бы две полосы оставить. О, во. Нет, не его, вот еще. Вот такая дрянь должна получиться, короче. Сегмент конуса. Он должен быть в нуле только. Так, как это сделать-то? Ну да, он в нуле, все. Он должен быть так же, как и конус, который был. Конус. Цилиндр. Конус. Твою мать. Вот. И этот сегмент вы также сохраняете в формате FBX. Дальше больше. Труба. Это скучно. Потому что с трубой в КСП, в общем-то, особо ничего сделать нельзя. Воды-то нет. Поэтому я сразу сделал в ней. А здесь вот длина. Так, дальше надо в ноль его скинуть.
кинуть. Но вообще-то не в ноль, а. Так. Копируем. Клонируем. Перетаскиваем сюда. Пишем минус 174. Внизу вон там. Минус 174. Что? Открываем Compound Object, выбираем про Boolean. Не Boolean, а про Boolean. Потому что с Boolean у меня вообще ничего не получилось. С бульоном у меня ничего не получилось. Вот. И здесь вот сюда вот я галочку ставил, не знаю зачем, но по наитию, наверное, у меня заработало все. Вот сюда галочку ставлю. Может быть и не надо ставить. Я вообще понятия не имею, что это за галочка. Вот сюда называем Start Picking. И выбираем вот эту дрянь. Вот эти четыре дряни, точнее. Блин, я хоть ту выбираю, то нет. Вроде то. Все. И получается вот такие вот четыре вырезанных пропила, прореза. Все. Больше ничего не делать не надо здесь. Просто берете и сохраняете в формате VX. И потом этот файл переносите в Unity. Теперь переходим к Unity. Итак, Unity. Значит, вот в это окошечко, вот посередине, переносим созданные объекты, которые создали в 3D Max. Просто перетаскиваем их сюда и все. Вот, в данном случае вот он, объект, он уже с текстурами, правда, и с дирками, вон дирки. Вот он так переносится, так? Ну тут вот ставим галочку Generate Colliders, Apply, применить, все, переносим на рабочий стол. Просто кто этим немножко хотя бы занимался, как я, тот, ну, тому это объяснять не надо. Всем остальным, ну, нужно азы почитать, потому что это уже немножко не сначала, как бы. Все. И смотрите, что, вот у меня есть вот это вот, этот вот, еще даже в терминах-то не разобрался. Mesh, короче, вот этого вот цилиндра, так? Вот я его выделяю. И вот справа, если видите, я убрал коллайдер, Mesh коллайдер. Я его просто удалил. А вот это... А вот это сектор, который мы вырезали, у него наоборот, Mesh Collider есть, а рендер я удалил. То есть вот здесь Mesh Render остался, а здесь наоборот. Здесь Mesh Render удалил, а Mesh Collider остался. И труба там разделена на 18 секторов. Секторов. Поэтому здесь их 9 штук. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Каждый сектор выставляем в 0 здесь, в 0, в 0, в 0. Цилиндр, соответственно, тоже в 0, в 0, в 0. А потом просто берем первый сектор вот этот. Следующий будет поворот по оси Y на 40 градусов. Больше ничего не трогаем. Обратите внимание на правый столбец. 40 градусов, 80, 120, 160, 200, 240, 300, 280, 320. Все. И они встают ровно по своим местам. Вот они, видите, коллайдеры. Потому что если оставить вот здесь вот,
понимаешь, коллайдер. Или попробовать его как-то самому тут сделать. Во-первых, если оставить родной Mesh Collider, он будет, здесь он будет выглядеть как труба. Вот, на картинке он будет так же выглядеть. Ну, то есть он это вот сюда. Но в КСП вы ни внутрь не залезете, ни изнутри не вылезете от этой трубы, ни внутри ничего находиться не может. Он будет вылетать оттуда. Либо сбоку, либо не сбоку. То есть это будет псевдотруба. А вот так вот, если сделать секторами, да, все получится. А, ну тут можно свои текстуры налепить всякие, бумп-мапы, карты. Как они там называются? Карты нормальные, что ли? И т.д. и т.п. И все. И вот будет у вас в КСП вот такая вот труба с такими вот прорезями, в которую можно зайти, в которой можно погулять и не упасть не провалиться сквозь нее. И пятое, и десятое. Короче, я надеюсь, что я доступно рассказал все это, что хотел сказать. Но если нет, извиняйте. Ну и наконец смотрим результат. Вот она труба полученная. Как видно, и текстуры, и вырезы присутствуют, и торцы вырезов протекстуренные. Ну, то есть вот эти вот места. Так. И внутри все в порядке. И продемонстрирую еще. Так. Стоп. Продемонстрирую еще, как она внутри себя ведет. Для этого надо на работе, на стартовую площадку идти. Вот она такая вся бампец-спекулярная, блестючая и типа с, как это сказать, с рельефом. Типа, на самом деле рельефа-то нет какого, если так вот смотреть. Ну это ладно. Парень, только ты не вздумай упасть, ладно? Пожалуйста. Нет! Ну, не кретина кусок, а? Ну, твою мать. Ну, вышел, все. Наконец-то. Ну, то есть, вот. Вот он ходит. Коллайдеры в порядке. То есть, он не проваливается. Попрыгать можно. Ни здесь не проваливается, ни там. Забраться пытается. А, не, он здесь провалился, смотри. Что? Интересно. Но я этого, честно говоря, сам не знал. Как-то он так смог. Ну, вообще-то, если вот так вот сделать, то КСП вроде бы предупреждала, что хотя нет, сейчас не предупреждает, странно. Ладно, пофиг. Предупреждала, что коллайдеры что-то там в отрицательный, не отрицательный, хер его знает. Ну, вообще, по-хорошему он не должен. Вуаля. Смотри, мышь какая, а пролез. Ну там нет дыры, мужик. Там текстуры нет, но дыры там тоже нет. Как он так смог? Кретина.
Сейчас я наконец понял, как этого кербалайца поворачивать. То есть вот если... А, вот он вот там бежит, а если задом пойдешь, побежишь, он нифига как этот не разворачивается. Надо Alt нажать, оказывается. Держи Shift Alt его. Shift Alt, тогда он будет бегать свободно. А если Shift Alt еще раз нажмешь, тогда он будет как жопой к лесу. Или наоборот. Мордой к лесу. Эй, парень. Ну, в общем, я хотел трубу показать, а бегаю опять этим придурком. Кербаленышем. Собственно, тут показывать больше нечего. Господи. Я только хочу сказать вот что. Вот эта вот полученная труба, она может быть и не самая красивая на свете получилась. Но я думаю, для первого моего самодельного полностью от и до детальки вполне нормально получилось, я считаю. Вот. Но я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что, во-первых, составленные из этих труб трубопровод намного меньше грузит игру и просаживает FPS, чем стандартные трубы, которые здесь тоже, конечно, есть. Вот эти вот, которые называются как не трубы вовсе, а структурный фюзеляж. Но они как бы тоже трубы. Они даже как бы тоже скелятся. Ну, эту трубу я скелить не научил, но это не сложно. О, зато с размером прям я угадал, смотри. Это, кстати, непреднамеренно так получилось. Я вообще не знал размера скейла этой трубы, если вот до этого состояния ее проскелить. Правда, толщина стен у меня, конечно, меньше. Ну да. Здесь толщина такая... Раза в три толще, наверное. Но это все можно переделать. Несложно. Вот это как раз несложно. А вот то, что я пытался сделать, вот эти вот прорези, чтобы они были... Дело было как? Я делал прорези. Прорези есть, текстур на трубе нет. Ну, то есть труба черная, просто черная без текстур. Без просто черный объект, то есть как сказать-то, как объяснить-то, показывать надо. У меня, наверное, нет такого больше. Это, кстати, красивее получилось, чем это. Почему текстуры не в том направлении, что ли, легли? Ну, тоже видишь, вот я делал трубу, она, по-моему, вот. Кстати, вот в эту трубу, по-моему, зайти нельзя. Ну-ка, дай попробую. Хотя я не уверен. Давай же прилипни куда-нибудь, ё-моё. Тут еще и все остальное не настроено. Эй, блин. Почему я так видео растягиваю? Честно говоря, не знаю. Кто его смотреть будет? Но я все равно... Не, ну в эту, по-моему, можно. Я те, которые нельзя, убрал. Хотя... Я не уверен до конца. А, ну... Не, в эту можно. Она просто без прорезей. Вот в чем дело. То есть есть у меня и такая труба без прорезей. Вот. Она, да, она как бы... Я ее сначала вот такую сделал. Но она, во-первых, короче, раза в три где-то. Да? А во-вторых, даже, наверное, в четыре.
А во-вторых, она без прорези, и в ней довольно скучно. В трубе скучно. Вот. А в этой повеселей. Я хотел тут стекла сделать. Но я так запарился, что у меня либо стекла получаются, либо труба без прорезей. А чтобы труба с прорезями, со стеклами, мне никак не получается. Сейчас вот на данном этапе у меня получилась труба с прорезями. Теперь осталось... Ну, я, в принципе, знаю, как стекла вставить. Это, наверное, не будет несложно. Это просто надо в 3D Max сделать вот этот вот... как он там называется? Ну, короче, вот чем мы вырезали вот эту вот дрянь. Такую же дрянь сделать просто и в Unity вставить как бы дочерним объектом в эту трубу и сделать его прозрачным, и все. И будут здесь, ну и там есть специальный шейдер, или как он там, текстура, класс, материал, стекло. И она будет имитировать стекло здесь. В принципе, несложно, это просто нагрузит дополнительно еще процессор при обработке детальки, но стекла можно вставить. Она и без стекол нормально. Это со стеклами будет вообще щик, блеск, красота. Красота. Ну ладно, забодай, пока. А то я что-то заболтался.